Ходили мы встали на работу, кончили мы встали. Сегодня встали, завтра бросили. Фельдшер Михайлов здесь? Приема еще нет. Скажите, пожалуйста, что я из Тифлиса. Миша, это к тебе из Тифлиса. Масу! Входи, входи, Масу. Ну, Масу, как дела? Оберкондуктором на 21 номере. Прибиваю в Баку 7.40, отбиваю в Тифлис 11.30. Моя жена, Лида. Миша мне про вас много рассказывал. Чего про меня рассказывать? Про меня нечего рассказывать. А вот про вас я расскажу в Тифлисе, какая у Миши жена. Тебе письмо. Ну и погодка у вас в Баку. Лида, дай Васо чаю. Чаю? А вина у нас нет. В аптеке есть. Давайте из аптеки. Николай Николаевич серьезно заболел? Вероятно, придется переварить ему климат. Хотим у вас открыть винный погреб. Из рога пил, из бурдюка пил, из горсти пил, но из такой штуки первый раз. Поднимаю этот, эту... Одним словом, началось. Я пью эти 250 грамм вина за наш рельсковый погреб. Провала, Жамьер, провала, провала, Жамьер.
Яфарка. Ты им скажи. Чего сказать? Нефть пойдет, наградные получим. У меня дедушка был. Мне сказка говорил. Жил давно-давно такой волк. Узнал волк, у пастуха овцы пропали. Перешел волк к пастуху и плачет. Ах, как мне тебя жалко! А пастух был умный человек. Он волку говорит: иди, иди, честь, тебе не меня жалко, тебе волк, тебя жалко. Уйди, пожалуйста. Правильно, Джефф? А ну, Михаил, давай. Sen ara 30'un oldu. Ele de olmalıdır. Tabii onlardan da diyelim işte. Biz de. Ele de olmalıdır. Neyse hiçbir şey elenmez Zeynep. Biz gelelim. Çalışmalar. Sağ ol. Bacardığımız kadar gelelim. Savaş noktaya hatta her şey karışmalı gitmemiş. Dolayısı bozumu. Selamun aleyküm. Hariç. Здравствуй. Заходи, заходи. Маленький праздник сегодня. Когда родился сын, я слово дал. Каждый год угощать своих друзей. Вот уже шестой раз. Весел батьку. Как зовут? Курбан. Курбан зовут. На, расти большой. Плохо ему без матери. Плохо. Садись, гостем будешь. Всем нам не жизнь, а уж вашему брату мусульманскому рабочему одна мука. Захарич, ты...
o gün yaman demişti. Sözün doğrusun diyendir. Özle Allah'ım. Paruska panimayu, tolka gavarit ne umeyit. Prosit skazat, тебя знают, очень рады видит. Эши, без мусульманча да билирик. Ай, здорово! Ай, здорово! Вы, Ротвер, хош гелдин сана, хош гелдин. Ротвер, сана, хош гелдин. Ха, Микай, сайдин. Армяшки такие, стянуть норовят. Лупи его, лупи, лупи. А теперь ты его, вся татарва, разбойники, лупи. Вот так вот. Давай, 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 давай. Пуси, 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 пуси. Теперь колыдьба развеселится, до ножей дойдет. Дикая на. Господин управляющий. Да? Мальчика моему голову разбили. Нет. Фельдшера нужно. Ты бастуешь? Бастую. Для забастовщиков у нас нет фельдшеров. Ступай. Очень прошу. Yes, sir. Видели? Господин Ротмистов, татары бастуют. Ясно. Все он, Ванечка. Ванечка? Что это такое? Ванечка? Партийная кличка. Так арестуйте его! Легко сказать, арестуйте. Для этого надо знать, под какой он здесь фамилией. Он связан с Тифлисом. За Кавказским центром большевиков. Мне мешают забастовки, а большевики, меньшевики мне в данный момент безразлично. Далеко не безразлично. Ни в какой момент. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. İnna enzelna fi leylitil kadr. Eşhed billah. Güfte. La hülü vela kuvveti illa billah aliyyul aziz.
Ай, папа мата. Кой? Кеч, бала, кеч. Хорошая песня, Джафар. Я ему пою, как будто мат поет. Когда станешь большим, сильным и храбрым, никогда не забывай тех, кто помогал тебе и твоему отцу. Так, понимаю. Ну, завтра придешь ко мне за мазью. Обязательно перейду. Поправится, Гурбан? Поправится. Он у тебя парень здоровый. Прощай, Джафар. Так разукрасил. Помощник мой. Татарская морда. Красота. 7 цветов радуги. Левым глазом не вижу, правым ухом не слышу. И шею повернуть не могу. Действительно. Спухло. Да. А ведь татары не хуже русских бьют, а? Игнатий Трофимович.
Ну что ж, прикладывайте свинцовую примочку. Забинтуйте, сестра. Мне бы медицинское свидетельство. Какое? А как же? На предмет получения наградных пострадал за веру, престол и отечество. Такое свидетельство выдает только полицейский врач. Не дадите, значит. Мой вам, Игнатий Трофимович, медицинский совет. Уезжайте вы отсюда по добру, по здорову. Забастовки могут еще повториться. Мое почтение. Ваш лекарь. Следующий. Ну так, знакомьтесь, Массо. Упарился ожидаючи. Захарыч. Ну, пойдемте, товарищ. А ну, Лида, на вахту. Прошу, товарищ часовой. Я привез из Тифлиса директиву Кавказского комитета. Ну? От Кобы. Ну-ну. Наш путь. От забастовок к вооруженному восстанию. За делом усилить организацию боевых дружин. Нужно вывести пролетариат на улицы Баку. Помните Ленина? Демонстрация, путь восстания. Необходимо беспощадно ударить по меньшевикам, которые болтают на борьбе, а сами боятся их, как черт ладно. Гады! Учора сорвали забастовку Тагиева. Ну ничего, мы справимся. Подожди. Коба спрашивает, как идет работа среди мусульманских рабочих? Передай Кобе, что теперь они к нам идут. Царенко, рыбей. В чем дело, Игнат Трофимович?
Любушка, сестрица, пришел за матью. Амбулатория закрыта. Как так закрыто? Все равно добьюсь. Не беспокойтесь, Игнат Трофимович, садитесь здесь. Я сейчас вынесу. Вот так-то лучше. Картуз. Черти. А как же картуз? Что необходимо для победы революции? Нужны три вещи. Первое – вооружение. Второе – вооружение. Третье – еще раз вооружение. Врешь, Сокин сын? Ваше высокоблагородие, как перед истинным. Так прямо и говорили. Долой, говорит, самодержавие, вооруженные восстания, полицию, говорит, взорвем. Doğrusun söyle nereden al, üstü cemalı yaşını. Gittim gördüm bulaktadı, el yüzünü Boşa hallar yanaktadı, yüzünde halı yaşıdı. Boşa hallar yanaktadı, yüzünde halı yaşıdı. Ejderhana giden gemi bende olur. Kayıdıp gelende yükü kend olur. Bala kend olur, gülüm kend olur, meme kend olur. Kızların güzeli göze ben doğur, bana ben doğur, gülüm ben doğur, bece ben doğur. Eşterhana gider... Здравствуй, господин Бастер! Selam! Демонстрация всколыхнет город. Миша. На улице полиция. Бежать должен ты один.
ночь нема. Так и рвет. Так и рвет. О, світу не бачу. Сорок и две десятых. Очевидно, тип. Душу всю вывернула. Ой! 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 Извините за беспокойство. Ой! Разрешить доложить. Один через окно выскочил. Выскочил? Так тоже может, короче. От ти пригодився. Казав мені батьком, щоб я поженився. От до свідках не ходив, той не хотився. От до свідках не ходив, той не волочився. Ты говоришь, хорошо, хорошо. А что хорошего? Сидим? Сидим? А ты слухай. Теперь тебе нужно все знать и понимать. Первый. Сидим мы все в одной камере. А что это значит? Что следствие закончено. Второе. Улик никаких. Что? Документы у всех в порядке. Значит, по закону нас должны освободить. Закон. Конечно, полиция не очень-то соблюдает эти законы. Но мы даже не ликом шить. Сумеем за себя постоять. Особенно теперь, когда мы связались с товарищами на воле. Бач, пока что неплохо. Ну, потерпи. Потерпи еще немножко. Итак, ваше мнение, господин прокурор? Я же вам сказал. Мамедова Джафара освободить, а остальных выслать в административном порядке в отдаленные места империи. Выслать? Для судебного преследования следствие не дало никаких данных. Да, но среди арестованных находится Ванечка. Ванечка? Вы это утверждаете? Я предполагаю. Ах, предполагаете. Я прошу с сего числа арестованных числить за мной. Позвольте, на каком основании? Тюрьма перегружена. Губернатор распорядился отправить этап завтра же. Ну, а если я вам представлю данные? Когда? Завтра. Как хотите. Что нам ссориться из-за этой сволочи? Я смотрю на вещи проще. По-моему, подписано и с плеч долой. Ну, как хотите. Пожалуйста. На один день я задержу отправку. Благодарю вас. Честь имею память. Канарь.
Я вас прошу произвести обыск в 7-й камере. Да-да, у этой компании. Может быть, что-нибудь и найдем. Да, честь имею. Честь имею, господин ротмистр. Смотри. Хорошо. Очень хорошо. Только есть маленькие ошибки. Я, а не А. Писать мягкий знак. Да, так лучше. Ну, что, прочел? Угу, я его хорошо знаю. С Батумской стачки на всю жизнь запомню. Время было жаркое, як сейчас помню. Полиция хватала направо, налево, но и, честно сказать, испугались. Прибивли до его кричать, прячься скорее, скрываться надо. А он говорит, скрываться, це коли 400 товарищей томятся в тюрьме, и перш всего треба товарищей спасать. Люди дорожче всего. Стройка на демонстрацію, подивимо робочий народ, а за типографію не дуже беспокойтесь. Так вже зразу на неї не нападуть. Так воно і було. Повню йдуть робочі, а воно впереді, ходить, тонкий, призиває товариші освобождать, а за ним народ тищі. Ось коли подумці в свою силу повірили. А как его звали? Коба. Ты поможешь мне почитать? Помогу. За такие книжки на каторгу посылают. Обыскать камеру. Казав мені батько, щоб його женитя. Буду свідка не ходив, та й не волочився. Буду свідка не ходив, та й не волочився. А я казак добрий, та не волочуся. Ти дівчину чую, там нічку ночую. А не молодичка, там я і дві нічки. Поки не женився, поки не журився. Ні ложкою, ні міською, ні третьою колискою, ні ложкою, ні міською, ні третьою. Колискою. А як оженився, то і зажурився. І ложкою, і міською, і третьою колискою, і ложкою. Садись, пожалуйста.
почему так много стоишь? Обыскивай, пожалуйста. Дело переходит к жандармам. Для одного, из вас, возможны большие неприятности. Ищем пути организации побега. Действуйте так же. Начальник тюрьмы подкуплен. Представляется неповторимый случай. Джафар, завтра освободят. Что? Доброе утро. Чего, собственно, молчить?
Слушай, что я надумал. Ты пойдешь за меня. Клянусь я ни слова. И я. Пойдешь? Спасибо, Джафар. Ну, Миша, ведь... Я не пойду. Пойдешь. Джафар Мамедов с вещами в контору. Да. Рассчитываете получить двухмесячный оклад за баночку? Вы смеетесь, господин прокурор? Полковничьи погоны? Самое меньшее. Я уже заготовил донесение в Петербург. Пожалуйста. Благодарю. Разрешите приступить к допросу? Милости прошу. Распорядитесь, пожалуйста, привести его жену, а когда я позвоню, пусть ведут его самого. Федоров! Какое это имеет отношение к моему мужу? Ваш муж впервые арестован в Петербурге в 1902 году, выслан на Рымский край, откуда бежал. В 1903 году арестован вторично в Ченстохове после перехода границы с транспортом нелегальной литературы. В том же году бежал из Томской пересыльной тюрьмы. В 1904 году в Екатеринославле оказал вооруженное сопротивление при аресте подпольной типографии. Только ваша откровенность может спасти его от виселицы. Одну минуту, Лидия Александровна. Что Михайлова, ваше скородие, в камере не оказалось. Вот все. Вы что, с ума сошли? Увести арестованную. Не разговаривать! Момент! Разве тебя не освободили? Сегодня утром пришли в камеру. Говорят, Мамедов, иди. Пока я вещи туда-сюда собирал, Михайлова увели, а я... И так остался. Ну а почему ж ты молчал? А что же я мог сказать? Начальство переводит, начальство уводит. Боже мой, какой болван! Нет, это не болван. За такие штучки... Каторгу посылают.
господин. Начальника тюрьмы немедленно. Господин прокурор, меня можно домой идти? На месяц карцер! Всех! А донесение в Петербург придется переписать? Черта лысого увидишь, стена-то небо.
Царя славит. Совсем сумасшедший. Thank you.
Да скоты! Чё ты, ёлы, сукинки, сын! Что вам угодно? А? Управляющего? Управляющий выше. Надо по Нюсу позвонить. Может быть, сестра перечет? Больница! Попросите сестру Михайлову. Лида, это я, Захарыч. Руки вверх! Патроны береги. Ваше благородие, сотня прошла кишлы.
Их благородие звонили и приказали передать, что будут никак не позже, чем через час. О чем задумал? Спать хочется. Сам себе удивляюсь. Как будто совсем другой стал. Старые друзья теперь меня не узнают. Сам себе удивляюсь. Почему раньше был такой глупый? Господин офицер! Господин офицер! В чем дело? Руки вверх! Три шага вперед. Господин офицер, мы приехали. Осторожней, пожалуйста. Господин офицер, мы требуем прекратить кровопролитие. Кровопролитие. Кто-то идет. Идут с белым флагом. Пусти. Товарищи, Харунжи Боголепов дал честное слово. Если вы прекратите сопротивление и сдадите оружие, вам будет сохранена жизнь. Вас тогда передадут в руки гражданских властей, и тогда мы немедленно обратимся с ходатайством. Кто это мы? Комитет Российской социал-демократической рабочей партии. Меньшевики. Да, меньшевики. Сопротивление бессмысленно. Да ведь всякое вооруженное выступление, оно будет затоплено кровью. Вы же идете на смерть.
До смерти еще далеко. Поймите, в нашей борьбе оружие не нужно. Сами знаем, что вам оружие не нужно. Но что же вы скажете, товарищи? Ну? Отвечайте же. Тут не сходка. Не путайся под ногами. Товарищ. Ну, говорите, я жду. Скажи, пожалуйста, долго ты будешь ждать? Товарищ. Какой ты человек? Почему не понимаешь? Уходи. Генерал! Надо отправить записку в больницу. Видите? Да. Очень нужно. Товарищ,
сейчас нет времени долго разговаривать. Здесь опять могут появиться казаки с новыми силами. Мы здесь выручили товарищей. А в новый бой мы вступим тогда, когда это будет выгодно нам, а не царским войскам. А пока, товарищи, готовьтесь все. Подавайте весь народ против царского самодержавия. И когда настанет день, большевики поведут вас к решительной победе. Товарищи!
Орловизина, Лидушка. Он как орудитель на казаков. Сообщил Бену. Операция прошла успешно. Родная, беспокойся. Будь осторожна. Жив, здоров. Ухожу с вас в безопасное место. Скоро увидимся. Демонстрация должна состояться во что бы то ни стало. Успею быть обратно. Целую тебя, Миша. Джафар, милый. Трудно. Зачем трудно, Лидушка? Прокляли казаков. Наши везала. Ну, а как Курбан поживает? Курбан скоро сам воевать будет. Врача. Назад, если пройдете. На допрос ведем. Боже, нашли время. Политика. Он разрешил устроить публичные похороны Ванечки. Правда? Он говорил, что похороны происходили в полной тишине. Без музыки, без гей. Уступки. А такие уступки подрывают авторитет. Разве?
забастовка вас сокоротит. Немалый успех, что мы покончили с Ванечкой. Да. Вы думаете, покончили? Вы чей? Знаете? Вы знаете, Роберт? Говорят, вы жили в Баку?